США ускорят отправку танков «Абрамс» и систем «Патриот» в Украину. Об этом заявили представители Министерства обороны США на военной базе «Форт Сил» в Оклахоме, где проходят подготовку украинские военные. Зенитно-ракетные комплексы «Патриот» появятся раньше, чем планировалось изначально. По словам чиновников американского военного ведомства, ускорить процесс удалось благодаря тому, что украинские военные уже обладали основными навыками работы с системами ПВО. Быстрее приедут на фронт и основные боевые американские танки «Абрамс». Это связано с отправкой в Украину сначала более старой модели танка М1А1 вместо более современных. Таким образом, танки смогут поступить на вооружение украинской армии уже осенью этого года.